Я хочу сказать, что мы вообще не должны обсуждать вопрос строительства крематория. Мы обсуждаем вопрос внесения изменений в генеральный план в плане изменений вида разрешенного использования земельного участка. Часть зоны природного ландшафта и транспортная структура переводится в зону ритуального назначения. Я не хотел бы, чтобы у нас была какая-то победа одной группы граждан над другой группой граждан, которые, может быть, менее активны были и не пришли на эти публичные слушания или не приехали там на организованных автобусах и так далее. Я думаю, что принятие решения в пользу заявителя обеспечит конституционные права и тех, и других. Принятие решения в пользу тех, кто говорит не переводить эту землю, мы решим вопрос одних, но мы поставим не совсем правильное положение тех людей, которые не смогут реализовать все-таки свои права, написав там предсмертную записку, каким способом должны произвести захоронение их родственники. Это все будет взвешиваться. Я напомню, что публичные слушания носят рекомендательный характер.